Всем привет, с вами Дива. Добро пожаловать на мой канал. Сейчас у нас идет продолжение нашего марафона по Геройской Академии от Рейна. Вот у нас вторая часть. Вот. Лайкосик, подписочка, колокольчик. Вот ссылочка на оригинал будет в описании. Там еще много чего интересного, так что можешь задержаться. Все, поехали смотреть. Дошло и Эдж был уже. Было. Ладно, адаптируем. Когда-то злодейская лига напала, и она хочет снова напасть, чтобы в будущем опять снова... Они там кончаются вообще, не? В хентай-манге только. Ага. Ага. Чё? А вы слышали, что на нас напала не лига злодеев, а злодейская академия? Как замутить эту табуретку? За чё хейт? А, кстати, а вы и слышали, что наша невидимая девка на самом деле не очень-то и девка? Да заткнитесь, твари, умрите! Не, Качан, урок только через 10 минут кончится. Чё? Это у неё язык собственный, и ты его понимаешь? Внимание, класс, я... Ага, за столько-то лет, за столько-то лет. Прошел Никопару! Да нам насрать, сядь ты уже, ёб твою мать, а. Здорово. Учитель, вы в порядке? Пошел нахер. Видимо, в порядке. Короче, у вас тут турнир по Overwatch. А, не, это мое. У вас спортивный фестиваль, на который... Вау, мне насрать. Все, я свободен. Вау. Стойте, учитель, вы же только... Впрочем, ничего нового. Урарака, а зачем ты поступила в Геройскую Академию? Чтобы секретаршей стать. Ты чё, идиот? Да не, в смысле... Мидори! Перетрем. Ну что ж, юная помидория, рассказывай обо всем, что тебя волнует касательно причуды. Прям все говорить? Конечно, если что, я всегда помогу советам и поддержу, я же. Дрочить стало нереально. Ну ты знала, что. Нашел, там, кстати, фестиваль начинается. Объявляю ежегодный спортивный фестиваль ГЭ открытым! Как же это всегда волнительно, да, Айзава? Пошел нахуй. Айзава, у нас включены микрофоны. Мне похуй. Вот и первый А-класс. За ними идут еще пару классов, но можете забить. Запоминайте только тех, у кого волосы разноцветные, остальные так на пацу... массовка. Вашим первым заданием будет обычный бег с не очень обычными препятствиями. Кто-нибудь слышал, что она сказала? Ты... у нее есть рот? Начали! Слишком легко. Тороки перегнул по съебам. Тодороки устремляется вперед! Блин, и правда слишком легко. Возьму-ка я с собой железяку 20-килограммовую, вдруг еще было за долбоебизм накинут. Кстати, да. Просто зачем? Что это за? Может быть, у него причуда предвидения была какая-то или есть? Ну, в смысле, да. Вторая часть испытания — это каньон. Только, ребят, это реально каньон, не надо проверять. Ну чё, народ, погнали, ёбаный в рот! Бля? Нет бы кто сказал, чего я такой да в натуре, пацаны, нахер я ее таскаю? Третий заключительный этап — это минное поле. Тодороки до сих пор удерживает лидерство, но Бакуга его догоняет. И, ребят, это в натуре мины, не? Нет. Ой, мне в задницу, к такому меня жизнь не готовила, и кажется, я понял, для чего мне эта железяка. Выкупаю себе могилку и слягу тут на... Бля. Похоже, это Мидория, которого невероятным везением отбрасывает взрывом ровно в сторону финиша. Поаплодируем сценарист. Мидории неизвестно как, но он все-таки долетел до финиша, поздравляю! Просто магия какая-то тут была. Физическая магия какая-то. Горжусь. Я думал, я сдох два раза. Где? Что я? Ну, пока вы разогреты, я объявляю второе испытание. Это битва колесниц, и в нем вы бьетесь на колесницах колесницами. Чего, бля? То есть в роли колесниц вы сами, и за ваши места в предыдущем испытании вам дали очки, которые вы будете отбирать друг у друга. У Деку, кстати, 10 миллионов. Чё-то мне сейчас мем один напоминает. Так, ладно. На план состоит в том, чтобы... План говно. Чё? И я в нем не участвую. Скажи, я скажу. Мудак? Мудак. Чё? Мудак. Проигрываем. Ладно, план Б. И до повязки это кошкодевка. Команда Тодороки выигрывает! Я тут хотел свою предысторию рассказать, но зря я, наверное, так резко и в такое место нас позвал. Чел, нас называют Гейская Академия. О чем ты, бля? То есть... Если я засосу тебя при всех, никто не удивится, да? Да нет, конечно... Чел. Ну вот и заключительный чел. Третий этап. Вы просто чел, только тайминги зрачков просто. Поклон. В котором будете сражаться один на один. Все, чё встали? Деку, этот тип ультрамутный, не поддавайся ему и ни при каких условиях не разговаривай с ним, понял? Ага. Слышь, лох. Ты кого лохом назвал, слышь? Вот, бля, вот жить. Вот. Да? Идиот, как я попался, его ведь победить как два пальца опасно. Мидори, если ты выйдешь, ты ж проиграешь. Ой, это да иди ты. А, да, в натуре, чё это я? Действительно, чё это? Мидория побеждает! Следующими идут Человек-паук и Тодороки! Пчхи!
Ой, извините. Извините? Тодороки, ты разом ёбнул всех оставшихся участников, кроме Мидори и Бакуга. Теперь понятно, почему от тебя мать отказалась. Да я же извинился. Ладно. Сейчас бы шутить. Выходи, Мидори. Ну давай, всеки мне! Что произошло? Ты чё, крейзи, у меня повязки на всем ебле. Тодороки выиграл. А с каких пор Деку быдлом стал? Хм, может его Качан покусал? Тодороки, верь в мою веру в тебя! Бакуга побеждает! Чё? Не, Гуран Лаган не мог не помочь, это читерство. Поздравляем победителя и благодарим за участие, за то, что снесли пол стадиона и за... А чё с Бакуга? То есть голубь на третьем месте тебя не смущает, да? Здорово, бандиты. Пошел нахуй! Неплохо я вас. В общем, сегодня у вас выбор никнеймов, которые нахер никому не упали, ведь вас все равно всех по именам запомнили. Ого, даже вы. Вот, кстати, да, это вопрос такой странный. Зачем им ники, если их помнят по именам? А если... По сути же ник для того, чтобы его называли, чтобы не раскрывать свое настоящее имя, чтобы не палить, ну как бы, вот. А... Их же по именам все называют, и лица их тоже все видели, что-то непонятно. Вы? Охуеть, у вас жаба в классе, вы знали? Дверь хотя бы закрывайте. Охуеть, всегда полный класс, всем привет. Бля, еще одна. Ладно, теперь это ваша забота, потому что мне слишком наспать. Как обычно. Наспать. В общем, жду ваши варианты. Я первый. Ну, в принципе, подходит. А еще, бля. Я следующий, вот мой никнейм. Ну ты вафель, конечно, переделывай. Да оригинально же! Вы издеваетесь, табличка не для этого была, и вообще кому это? Он знает. Ай, ладно, идите на стажировку. Он? Стоп, он? Здрасте, я тут... Ай, чё, дед сцепился всемогущий по пьяни? Дурак, что ли, мне 32? Ладно, вы меня вроде тренировать должны. А, ну да. Ну, вроде все, я за хавкой. Вот оно что, теперь я все понял. Его чё, в натуре можно просто отпиздить, чтобы у него голова заработала? Это просто тактика родителей некоторых. И соединяйся к нам. Хреново, я бы сказала, но... С какой стати? Ты похож на черепашку-ниндзя. Охуеть аргумент. Ладно, тактику советского телека мы с тобой спробовали, а теперь время геройства. Ковойство? Да идем ты уже, еб... А зачем нам такси? Мы же типа супербыстрые, можно как тренировку устроить. Заткнись. О, вы еще и заучили, да? Ну так что, надумал? Чел, наша идеология отличается. Я убиваю героев из-за их лицемерия гнилой души. Я должен перевоспитать это общество, так что... Что нам не по пути. Слушай, я передумал. Мне кажется, он просто Джокера пересмотрел. Ну его нахер. Слушай, чувак, я убийца или черепашка? Хоть ты якобы за кошка побежал, но мне свидетели не нужны. Иида, мы спасем тебя. Мы? Ну, там еще что-то в пробке, но он поможет. Это что, ремейк тетради смерти, блять? Почему я убиваю спокойно профессиональных героев, а меня дети отпиздили? Ох, ребят. Как так-то? Вот правда, ну как так? Ну и дело вы натворили. Вы понимаете, что не должны были ловить того злодея. А, в смысле? То есть нам надо было помочь добить индейца и самим потом вскрыться? Закон да. Требует, чтобы я сказал да. Собака сутулая. Это оскорбление, что ли, было? Цуэ, ну как ты? Меня что-то укачивает. Ты чё, бредишь? Ты ж лягуха. А, в натуре. Короче, у нас тут контрабандисты под боком появились, поэтому их надо немножко аккуратно и по закону отпиздить. Будьте наготове. Чел, да у нас в натуре ничего нету. Ага, аж два раза. А это чё? Это Люк. Ты мудак? Ай, да ладно, ладно, сейчас все откроем. Блин, чё-то нихера не видно! Здрасте. Чего? Да что ж такое? Ты кто? Слушай, конечно, молодцы. Excuse me. А это как так вышло? А как так вышло? Пифтик спасли и задержали, я все понимаю, но этого я не понимаю. Чё с тобой произошло-то? Ну, это очень долгая история. Ты нафига, Рейн? Костюм слымзил. Просто дайте Рейну возможность, и он, да. Так как ваша практика закончилась, сегодня я решил устроить для вас небольшой спринт, на котором мы посмотрим на ваши новые навыки, в скобочках Деку выебнется и разбежимся. И да, я охуел. Можно вопрос... Сука. Так, ну сегодня у вас... Будь на шаг нахер впереди. Нахер я пришел вообще? Не, ну это уже ни в какие ворота не лезет. А, я уже хочу увидеть, как он зайдет в класс и сразу выйдет. Это что, типа, эволюция похуизма? Сегодня мы проведем ваш последний экзамен перед отправкой в лагерь. И что же вы будете делать? Правильно, снова пиздиться, только уже против нас. Да ёбаный ж в рот. Айза, вот ты чё орёшь? Пара Тодороки, я ой, Роза, удачи. Слушай, я что-то очкую. Да не очкуй ты, 100 раз так делал. Слушай, мне кажется, план все таки говно. А, есть предложение? Ну, аж целых два. Ох, них еб, а, бля, еб, нихуя.
Проходит его и розу, и этот, бля, тоже. Про камеры ей никто не сказал, да? Следующий Ашадай Каминари. А вдруг причуда директора это атомная бомба? Он такой бедыщий минус Япония, прикинь? Да, скорее всего. Чего? Глупые людишки. Команда Ашадай Каминари не проходит. Слушайте, а директор не был злодеем? С чего ты взяла? Да так. Последний раунд. Просто догадка. Мало ли. Мидори и Бакуга. Да умри ты уже, урод. Хватит на меня орать, придурок. Я тебя ненавижу, урод. А, ребят, я опоздал немного. Вы чё, готовы уже, что ли? Ладно, тогда буду поаккуратней с вами немного. Аккуратно. Аккуратно. Аккуратно, бля. Определение слова аккуратный значит... Да я понял, извините. Всемогущий, а мы до третьего сезона доживем-то? Да конечно, пока не 100 тысяч лайков наберут, я вас еще раз откирач... вас еще раз вылечить успеют. Помогите. Тодороки, а ты куда? Мне надо подготовиться. Там, говорят, в третьем сезоне кошка-девочки будут. Надо снотворное для еды купить. Или капкан. Ты со мной? Ага. Да, 100 тысяч лайков для третьего сезона. Вот вам новый челлендж, а то заснуть не успею, а вы уже половину набираете. Кстати, чтобы быстрее набралось, пишите еще коммент... Кого, бля? Комменты пишите, а тут так ролик быстрее продвигается. А что, все новости не пропускайте, не писать. Рай, ну когда сезон геройки, а когда батя вернется? Подписывайся на страницу ВК и группу «Все». Абсолютно все, бля, и про все новости там. Еще, кстати, на канал можете подписаться. И спасибо топ-донатерам, и посмотрим, справитесь ли вы. А я пошел, я вас люблю, пока. Блять, на чё я надеюсь, не наберут же. А чё, не выключил? Так-то набрали, между прочим. Вот сейчас я смотрю, там 149 тысяч. Как бы затащили, молодцы, но как бы пройти и лайкнуть надо, если не лайкнули. Лайки это важно. И комменты тоже это важно. Так что топайте, лайкайте. Я уже это говорила. Ссылка в описании, там в описании еще много чего интересного. Так что можешь задержаться. Как бы, да. Вот. Ну, мне как бы тоже лайков можешь отсыпать, мало ли. Мало ли, что у тебя? Жалко, что ли? У тебя их так много. Вот, а у меня не очень. Посмотри просто под это видео. Ну, или под любое другое. Какой-то странный бэт получается. Ну ладно, не имеет значения. Короче, да, лайкосик, подписочка, колокольчик. Вот в комментариях напиши, какой из героев, геройки тебе нравится больше всего. Вот. Да. Пока-пока. I do right now. Don't say you're